Ту-ту-ту. Ты руку оторвал? Серьезно? Чувак! Какого черта? Всем привет! С вами Ворм, и это игра под названием Стражи Галактики. Игра от Telltale Games, которую мы продолжаем проходить. Остановились мы на том, что поссорились с ракетой, но зато помирились с Гаморой. И собираемся отправиться на перехват Небула, который отправляется на Лунный свет, или как-то так, чтобы его разрушить и забрать тело Таноса, которого мы убили. Так, конфета, посмотреть на конфету. Озвучивать субтитры я не буду, потому что я так посмотрел запись, это как-то не очень удачно получается, я не успеваю весь текст проживать и осмыслить вообще, что происходит на экране, поэтому нет. О, музлон можно включить. О, супер, супер. Меня опять YouTube вырежет, сука. Каюта Питера. Он сам вошел, ни хрена себе, я думал, надо нажать будет обязательно. Надеюсь, YouTube все-таки не вырежет звук, но разберемся, ладно. Это ты уже смотрел, да. Это у нас было. Опять конфета. Seriously, this stuff's everywhere. Кто жрет конфеты? Only present I ever got from Yondu. Found it on a stolen freighter covered in garbage. Said it reminded him of me. Ты похож на ракету? Rocket wouldn't let me put these in the common area. Чтобы не так много шума было, да, твоей музыки. Ты крут. Плакат. Let's go, champ. Так, ладно. Чего у нас тут еще есть интересного? Каюта Гамора. Тут мы, кстати, еще ни разу не были. Таинственный ящик. Используйте пульт на мостике, чтобы отправиться к корпусу Нового. Да, это мы помним. None of your business. Don't make me regret letting you in here. Так тут еще и заперто, типа, было. It wasn't easy to find those. Guy who sold them to me tried to charge me a fortune. За цветочки? I convinced him otherwise. Вот это уже больше похоже на Гамору, да. You got a lot of sharp knives in here. How do you see this stuff everywhere? Peacefully. Ножи классные. Так, ну давайте поговорим с членами команды. Hey, Gamora. You okay? Hey, Peter. Yeah, I just little nervous about seeing Nebula. Да не парься, что ты, это же сестру не твоя любимая. Да. I just hope we can still catch her before she does something incredibly stupid. Ты готова к этому? Are you sure you're ready for this? You and Nebula are we're family. It doesn't matter if I'm ready. I'm gonna fight for her. Такое лицо у неё грустное. Как думаешь, у Дракса все в порядке? Он какой-то злой в последнее время. Скорее всего, конфеты, которые он жрет, это его объедки. Drax seems really lost right now. I'm not sure how to help him. Drax is... I don't know, Peter. He needs to find something else to focus on. Dwelling on Thanos isn't helping anybody. Да, он же цель своей жизни выполнил. Танос отомстил. I'll be here. В смысле, ты говоришь позже? Тут еще... Два пункта, блин, друзья, лога. Ты чё, враг, что ли? So if this Eternity Forge can bring back the dead, who would you bring back, if you could? Honestly, I don't know. Thanos killed my family, but I don't know if I would want them to see what I've become. I don't think they'd be able to recognize me anymore. Да ладно тебе. I'll leave you to it. Да ты дурак, вот блин, вот косяк от Телов, конечно, небольшой. Почему он не заканчивает диалог сразу? Если у него есть вопросы еще другие, зачем заканчивать-то? Да, еще перекличка это, ну, перестановка кадров резко. I'm worried about Rocket. He wants to use the relic, but he won't tell me anything. Rocket's being selfish as usual.
Музыка пошла. Thanks. Блин, диалоги вообще кривые какие-то, прям ужас вообще. Не понравилось мне сейчас диалог вообще. А я начал говорить то, что музыка играет из опенинга первого эпизода. Go away, Quill. I'm busy. So what, you're just gonna ignore me then? Yeah. Since you ignored your friggin' promise to go to Hathor with me, какого черта? And for what? Gamora's sister? Нет, ради спасения планеты. First you side with Gamora over handing Thanos' body over to the Nova jerks. Then you back out of your promise because Gamora asked you to. Listen, I know you're upset. But we have to know what the Forge says. And if we don't go now, we might lose our chance. I was counting on you, Pete. Thought you had my back. Угомонись, ты что, блядь, так срочно, что ли? Come on, Rocket. Бешеный енот. No, no. I know where you stand. Долго прогружать машинное отделение, серьезно? А тут музыка играет громче даже, ничего себе. Здорово, Грут. О чем с ним можно интересно поговорить? Hey, how's my favorite tree? Я есть Грут. Ну да. Меня беспокоит ракета. You think Rocket's gonna be okay? I'm worried about him. Я есть Грут. I am Groot. Well, this has been a lively and fascinating conversation. I am Groot. Но это еще не все, у него есть еще один вопрос. I am Groot. Когда-нибудь я стану тебя понимать. One of these days, you and I are going to be able to have a conversation. I am Groot. There's not a learn to speak Groot class I can take, is there? I am Groot. Думаю, нет, он сейчас сказал. Well, I'm gonna, go. Now. I am... Самый гениальный диалог за все время моих игр в Telltale игры. Это великолепно просто вообще. Где Дракс? У меня вопрос. Тут больше нифига нет у нас, да? Вот мусор еще есть. Wait. Shouldn't these parts be in the ship or something? Ну, хз. Значит, все нормально. Если диалог если не продолжится, значит все хорошо. Ну чё, погнали на мостик-то, я не знаю, где Дракс, короче. Чувак, дай быстрее вылазь. Я не знаю, где Дракс, но раз его нету нигде здесь, то можно отправляться на корпус снова. Разговор с командой вышел у меня не настолько интересным, как я предполагал, но давай куда-нибудь выйдет уже, ну. Look at all this crap you added to her.
Что за предъява вообще? И Дракса здесь, кстати... А, вот он сидит. Вот он. Заставки его не было, кстати. Ну, при разговоре с Йонду. Hey, Drax. Вроде как. You doing all right? When Thanos was alive, I was a warrior with a singular purpose. Во-во. But now, I am useless. Useless, абсолютно useless, the others да. Others have made that very obvious to me. Ну да. Maybe I should have seen it sooner. I was ordered to stay here, while you and Gamora fought Hala. Even then, you no longer needed me. Oh, come on, Drax, cheer up. Look, you gotta see the positive in things. Remember, every cloud has a silver lining. I do not think they do, Peter. Clearly my skills, they are no longer as helpful as I had hoped. You should try talking to the others. You know, maybe they can teach you something new, help you find a new purpose. Who would you suggest? I don't know. I do not think any of them would want to. Себя. Гамору. Go talk to Gamora. She'll teach you to focus. And she's no stranger to the whole changing your purpose abruptly thing. Yes. His focus would be good. I will speak with her. I should get going. Бедная Гамора. Надеюсь, Star-Lord, нам Дракс не скажет. Дракс ей не скажет, что это мои пришельцы. You still seem troubled by the visions of your mother. Ну, так и есть, да. I am here to comfort you about such matters. Unless you do not wish to speak of it. I just don't know what they mean. And I want to find out. More than anything. If I had visions of my family, there is little I would not do to discover the truth. Thanks for checking in on me, Drax. We are friends. I believe that is what friends do. Это ты молодец, да, чувак, right. Заметил. Красава. Окей, чё, побазарили, всё рассмотрели, теперь нам пора бы отправиться на вопрос корпуса Нева, но сначала заглянем, что у нас тут есть на мостике, ой, на пульте, там почту почитаем, ещё что-нибудь. Выберите меню, кодекс, пустой кодекс, абсолютно, замечательно, сообщение, Йонду. Питик, питик. Темы хватит уже. Питтик, меня ни разу не радует то, во что ты со своей командой превратил мое тайное жилище. Везде сухие листья и мех. У моих опустошителей как раз на все это аллергия. Терплю такого в последний раз. Скажи Гамонде... Гамонде? Что я очень даже свободен. Йонду. Гамори, типа. Здрасте, здрасте, пишет нам утка Говард. Звездный лорд, вы с ракеты не отвечаете на мои звонки. Че там у вас? Беверли говорит, чеши, ищи себе друзей. Я ее уже задолбал, понимаешь ли. Но где я на забвении друзей ее найду? Нет, но где я на забвении друзей найду? Дружбан, давай сходим улиток поедим, что ли, а? Ужас. Рукс, приятно познакомиться. Здравствуйте, Звездный Лорд. Не хочу отнимать у вас время, но мы были очень польщены тем, что вы сражались вместе с корпусом Нова против мерзкого Таноса. Вы применяете нетрадиционную тактику, но я могу спать спокойно, зная, что на нас... На вас и вашу команду можно положиться. Будьте уверены, все свое свободное время я думаю о вас и о том, что я могу помочь с устранением новой угрозы. Халы. Прошу, обращайтесь ко мне по любому поводу или вообще без повода. Я на связи, Рукс из корпуса Нова. Со мной можно связаться лично. Квилл Трилл МП4. Да. Нам Грут написал. Ну-ка, что Грут написал? Пересылка. Поделись со сферой единым. Интересное сообщение. Жильда были однажды контраксианицы Фомальгаути, у которых появилась зависимость от симбиотического доступа к преломляющимся пространственным нарушениям. Каждый цикл Фомальгаути и контраксианец становились сферой единой у Помара. Однако Фомальгаути даже представить себе не мог, что контраксианец может воспринимать его иначе, чем разумное желеподобное многоклеточное, которым он являлся. Это продолжалось цикл за циклом миллиарды лет. Это было всего лишь гармоничным псионическим резонансом, пока не мешалась судьба. Без предупреждения небесные существа покарали контраксианцев и Мальгаути, внедрив в их родные миры космическое яйцо. Все живое было уничтожено на этих планетах при рождении нового небесного существа. Никогда не откладывай на потом разговор о своих чувствах. Отправь это сообщение пятерым, с кем хочешь быть сферой единым. Благословляй от Нуминуса. Узнай все, что сможешь. Я думал, это типа это. Грут показывает, как он интеллектуально развитый, но нет.
Так, Вселенская Церковь Истины, это я даже не буду читать, это спам. Штаб корпуса Нова. Так, это удалили записи наши, это написали уже. Жеш. Так, Космо. Это же мы все уже читали, правильно? Правильно, да, все у нас остальное было. Окей, вызовов никаких нет, кодекс прочитали. Замечательно, правую кнопку надо было нажать. Ну, я нажал правую кнопку. У меня Питер Квилл завис. Питер Квилл, пожалуйста, приди в себя. Во. Он, короче, на эскейпе почему-то, когда начинаешь выходить, он зациклился. Ладно, отправиться ловить не было. Сел обратно, да. Hey, everybody to the bridge. We're going to the Nova Corps outpost to intercept Nebula. Later, Quill. Don't be a stranger. And take care of the Milano. She's a ship, not a trash can. Take care of yourself, Yondu. I always do. I always do. Озвучил тот же мужик, что и играл, собственно. That's my ship. That's my ship. I am Groot. Where's Rocket? Ой, твою мать. Go after him. No. The relic will be safe with Rocket for now. We stick to the plan. Твою мать, ракета. Right, Peter? Screw the plan. We have bigger problems right now. Ну, я согласен с Гаморой. Rocket will be fine. Gamora's right. We can't lose Nebula. Rocket can wait. И Грут обиделся еще. I'm with the tree. Ну, блин, надо все-таки нам небо перехватить. Ну, ракета, конечно, мудак тоже. Еще тот. Да твою мать. And this is what we call great timing. Патрика Альфа, лунный аванпост корпуса Нова. Блин, виды красивые здесь все-таки сделали. Открыто достижение Creatures of the Night. Тут только что никого же не было, мы прилетали. That's Thanos' ship. Guess the Nova Corps wanted to tie up any loose ends after his death. Star Blaster, you are not authorized to dock here. Please identify yourself. Star Blaster, I repeat, please identify yourself. Oh boy, look at the size of that ship. What's with all them Nova Corps prigs? Star Blaster! Star Blaster, please respond! This is your final warning! Looks like the Nova Corps captured Thanos' ship. Oh, is that what you think is happening? Them Nova Corps run their operations like clockwork. Know which ships are coming in and going out. This one ain't following protocol. Значит, это Нова... это не было? Ну да. Well, I'll be damned. One of the oldest cons in the book. Быстро взломал, кстати. But you gotta do your research to pull it off. Nebula. It's Nebula. We need backup. Hostile inbound. I repeat, we need backup. I won't let you have him. The Nova Corps locked onto our location. We need to extract the body now. Where are you going? Get back here! Ну-ка, что-то сейчас будет. Weapons loaded. Lethal force has been sanctioned. Get into position. Ой-ой. No. Ну, черт. I'll be damned if I let the Nova Corps blow my sister to stardust. We need her alive. Otherwise, we've got no chance of translating the Eternity Forge. Ready? On my orders. Hey, whatever your name is. Rooks, sir. You can call me Rooks. Ты мне писал как раз на почту, да. It's kind of a nickname. Great. Listen, Rooks, I'm gonna need you and your guys to stand down. What? Don't shoot the cyborg, Rooks. Hilarious, sir. Это не шутка, чувак. I always heard you were a jokester. Yeah. Нет, это не шутка, мужик. Вообще не шутка, нет. Fire when ready. Okay. Sure. When words don't work, there's always firepower.
Мне нужно будет... Да ну нет! И все? Я думал, сложнее будет. А что за корабль появился? Что-то странно работают скрипты здесь. Guardians, fall back. Ну, как я фоллбэком? Попробуй. No! Star-Lord, we have to follow protocol. Please listen to him. Nova officers, form a blockade. Ну, давай. Will, by order of the Nova Corps, you will stand down and submit to capture. Вниз. У вас почти получилось, ребят, но нет. Nebula is a wanted fugitive. The biggest threat to the galaxy now that Thanos is dead. She's guilty of multiple crimes. We have explicit orders to eliminate her immediately. We can't afford to be lenient here. It's too risky. Not if you leave her in our custody. Killing her isn't the only option. Look, Nebula is important to us. She's got something we need, and we need her alive to save the galaxy. But, sir... You want to see the galaxy destroyed? no, sir, I don't. Which is why I have to do this. I tried. Officer Rooks, signing off. Hope we can still be friends. Видимо, он больше писать там не будет. We've got targets on us. On it. Налево. Крылом сбил, серьезно. That's the last of them. Hold on. Куда Гамора-то упала? Питер Квилл. I wasn't expecting you to show your face. Couldn't let the Nova Corps claim your glory. You had to kill me yourself. Нет. У тебя рот страшный. You brought this upon yourself. So you think. You should be thanking me, Nebula. I killed your bully on the Нет, так не надо было говорить. I deserve a medal. Зря ты это сказал, чувак. You speak that way about my father. Would it kill you to handle this a little more delicately? Fine. Look, we need your help. You have to come with us. I will never help you. Что у него с артом, мне интересно? Он какой-то слишком такой механически расширенный. Это не, я не это имел в виду. Disabling her engines. Где там она? Да нахера она виляет, смотри. On field's too dense. I can't get a clear shot. We'll have to force her out. И что теперь? Серьезно? Серьезно? Take the controls. I'm going in to grab Nebula. Watch yourself. She may be incapacitated, but she's still dangerous. Это понятно. Это ж не было все-таки твоя сестра. Peter, her ship is drifting into the planet's gravity field. У нас что, сейчас Dead Space будет? Серьезно? Ё-моё. Не, я думал, мы сейчас будем лететь, от обломков ворачиваться, но нет. Knock-knock! Knock-knock! Go away. Who is there? I refuse to accept your help or your pity. I'd rather die here. I failed, father. Again. Leave me here. Oh my god. Nebula! Stop the dramatics! Just come with me, okay? You have no idea what it's like to lose the person who created you. Who gave your life purpose. Yeah, you'd be surprised. Peter? Your sister's being difficult, Gamora. Throwing herself a real pity party. There's gotta be an emergency release on here. Да-да-да, должен быть где-то рычаг такой. Сейчас будем искать. О, это же он. Прям перед лицом. Налево. Ты руку оторвал? Серьезно? Чувак, какого черта? Shift плюс E. Я не хотел.
сценка неплохая, кстати. Вот я на превьюшке, наверное, себе это возьму. Да, прям красотуля. When I get out of these chains. Yeah, I don't see that happening anytime soon. С рукой. We got her. Yeah, we did. В смысле? Let her sit in there for a little while. We can get her to talk after she cools down for a bit. Now, can we get my ship back from that furball? Да, надо бы теперь это сделать. We'll need the relic so Nebula can translate it. Yeah, we're going after. И ракет вам тоже нужен. Just hope he's still there. Better not wreck my ship. Это да. И сам себя не уделал. Что ж, с корабля начали, с корабля на корабле и закончим. Давайте тогда на этом остановимся, продолжим уже в следующий раз, в следующей серии. А всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Всем удачи, всем пока.